благоприятные условия для работы шведского бизнеса в нашей стране. Another issue of great concern, which I will raise with my Russian colleague, is the situation of the border between Belarus and EU. Now there has been some good information the last day, but of course the migrants that Belarus has used for political purposes is not acceptable. And we stand behind Poland, and together we need to have a situation that is very much changing here. Легендой, которая прямо направлена против Российской Федерации, очень надеюсь, что все-таки... Here I commend the constructive and good work from Russia, both for the ceasefire that was signed last week, and for the peace agreement after the war a year ago. I also have contact regularly with Foreign Minister. Only this week I have talked twice with the Armenian Foreign Minister. And what Russia, for its part, is prepared to do. Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягают на российский Крым, и вся эта воинственная риторика и военные приготовления на Украине никоим образом не встречают никакой принципиальной оценки со стороны Запада.